Всем привет! Это канал «Покупки на диване». Вы видите большой пакетик с сайта ASOS. Сейчас мы его будем распаковывать. Первая вещь – это сумочка фирмы Альда. На сайте была большая распродажа, и там еще была дополнительная скидка на все sales items. Я так чуть-чуть закупилась. Как она тут открывается? Все заклеено. Вот тут есть два ремешка. Вот такой вот прикольный и простой синий ремешок. Много отделов на замочке. Ну, Альда делает не кожаные вещи. Наверное, все знают. В общем, она на видео мне казалась побольше. Хотя, и, в принципе, это нормальный размер для такой маленькой сумки. Но мне на видео казалось, что она будет вот такого размера. Наверное, слишком маленькая модель. Женщина была. Ну так вообще прикольная сумочка. И она была с очень большой скидкой. Следующая вещь — это свитер. Или может быть свитшот фирмы Ичи, наверное. Ичи, не знаю. Вот. Ну, это такой просто прикольный свитшот для каких-то прогулок. Он выглядит очень таким уютным и удобным. И он тоже был с очень большой скидкой. Вот. И он какой-то прям большой. Еще одна вещь — это спортивный костюм, наверное, по-английски это называется track suit фирмы ASOS. Он был с хорошей скидкой, по-моему, 17 евро стоил весь костюм. Тут и штаны, и свитер. Это размер в категории tall для высоких, то есть будем надеяться, что он будет хорошей длины. Я его брала как такой, может быть, костюмчик для поездок, ну там в самолете, что-то такое удобное. Он приятного такого песочного оттенка, и мне нравятся вот эти полосочки. Так, это свитер. И это... Ну, вот я надеюсь, что они будут хорошей длины, что они будут короткие. Как
Ну вот и грустная вещь, что я заказала 4 вещи, но мне прислали только 3. Мне сайт не прислал вот этот дизайн necklace. Я им буду писать в их поддержку, потому что, ну, первый раз такая со мной ситуация, чтобы мне не прислали какую-то вещь. Невероятно.